Запись пошла. Ну да, я его вижу. Ну притащи сюда. Я его чуть подгоняю. Не хочет, зараза. Не хочет вообще идти. Он Странно. что идет? Вот он стоит, вижу. Сколько у вас таких осталось, спроси. Таких, которые каждый состоит из Многих, да. Самых больших. многих, да. Около 700. Хорошо. Имя есть? Либо они безымянные составные? Нет, они безымянные составные, но когда они объединяются, их разум подчиняется единому разуму, и они становятся как одним организмом. Спроси, кто им дал право менять судьбы, кармы и прочее, творить эти беззакония? Обратно идет информация, что они действуют по законам нашей Вселенной, что все происходит с волей и согласия человека. Человеки знают все последствия прям их вмешательства и взаимодействия с людьми. Он говорит, что в вашем человеческом обществе приняты такие же законы, и никто не думает жаловаться. Это не тот ответ, который... И ответ не на тот вопрос, который я задал. Что услышала, то говорю. Хорошо, но я ему говорю. Кто им дал силу? Он говорит, что или они, как к нему-то обращаться. Он. Все-таки воспринимая его лучше как единственное число, Да. да. Он говорит, что это сила откуда Вселенной. Он сам дал им силу. Да, когда-то дал, а потом не забрал. Когда дал? Раньше, в другие времена, когда он еще был другой. А сейчас он какой? А сейчас он еще другой. Когда он давал, он для каких целей давал? Это было как регулирование, это было как вот Угу. баланс. А сейчас они регулируют? В какой-то мере, да. Он очень много информации выдает о том, что общество изменилось, и они изменились. Цели использования те же самые силы. Нет, не совсем. Раньше не было возможности души захватывать. Раньше были их возможности ограничены. Они выступали только в качестве лакмусовой бумажки, чтобы проявились люди с худыми наклонностями, он говорит. А сейчас их возможности практически безграничны. Кроме того, что они могут вселяться, они могут захватывать людей, их души целиком или частично, и продвигаться за ними по инкарнационным прыжкам каким-то. Да, совершенно верно. Это то, для чего первоначальный кон им давал силу. Обратно идет спор о том, что первоначального кона трудно сравнить с тем коном, которым он является сейчас. Вот И так именно. как все эволюционирует, они тоже эволюционировали. Совершенно верно. Поскольку того кона первоначального уже нет, первоначальную силу нужно отдать. И все, что на ней построено, пусть отдает. Блин, обратно ему так спориться хочется, или он говорит, что формально остался тот же, то есть замена не происходила, произошла замена только внутренняя, а это не считается формально отказом от его существа. Короче, тут Раз такой он поток. изменился, то и сила, которую он дал, изменяется также. Они говорят, что они тоже должны соответствовать тем изменениям, потому что если бы они остались в первоначальном образе, тогда это было бы правильно, то, что ты Пусть говоришь. соответствуют. Они меняются, значит, они ту силу не могут принять. Я не успеваю за этим рассказывать. Хорошо, соответствуй. Он выбрал соответствовать. Пусть соответствует. Он должен соответствовать той первоначальной силе, которую они приняли. Все, вперед. Как только Гармония он Вселенной. вернется в ту первоначальную силу, так тогда и он вернется, он говорит. Хитро. Молодец. Кто сейчас главный в этой вселенной? Главный кон. Самый сильный кон. Но самый сильный не значит самый главный, он говорит.
Кто самый сильный? Ты знаешь. Пусть ответит. Ты знаешь. Я не спрашивал, что я знаю, я спрашивал, кто самый сильный кон. Но тут обратно идет целая игра слов непереводимых, потому что можно считать, что сильным считается тот, кто является право, ну вот как, кто имеет юридические права, а можно считать самым сильным тот, кто пришел из них, считается или гостем, или захватчиком, смотря с какой стороны. Короче, здесь обратно целая какая-то коллизия юридическая, он говорит. Он говорит, что так как никто не звал, то можно гостя считать захватчиком и не Ему подчиняться знакомо его понятие правилам. доверенности. Он говорит, что это да, ему знакомо. Если ты хочешь, он с тобой подпишет, только нужно, чтобы ты тоже крови подписывал. Вот. Во наглый Пусть какой! посмотрит доверенность от кона нашей вселенной у меня. Вот я показываю. Он говорит, что здесь нужно бы было провести какую-то экспертизу, потому что, скорее всего, что он был под каким-то воздействием и был неправоспособный какой-то. Он был неправоспособный, был, когда давал силу и когда менялся. Теперь от первоначального и от нынешнего у меня есть доверенность. Даже от трех ипостасей, смотри. Ну да, он говорит, что если отправить вот это на экспертизу, потому что он знает, он в человеческом обществе очень давно уже вращается, и поэтому понимает, что есть такое понятие, как экспертиза, и советует, чтобы ты отправился обратно к первоисточнику, если принесешь отсюда Вместе с бумагу. ним у меня есть от первоисточника. Вот теперь давай. Это его требование. Я беру его, и мы идем на экспертизу к первоисточнику в первоначальное состояние. Экспертиза будет в оригинале происходить. Он говорит, что он тебя абсолютно не понимает, и без переводчика он с тобой никуда не пойдет. Хорошо, вот монопереводчик. Я беру его, и мы идем вниз. Я его возвращаю в первоначальный экспертиз. По его воле на экспертизу. Он сам посмотрит исходники. Для этого он сам должен вернуться в исходник. Как там никого нет внизу, он говорит. Вот проверит. Внизу не тот исходник, это уже измененный. Он кого имел в виду? Ты знаешь, говорит. А пусть посмотрит, почему там никого нет. Потому что есть предатели, он говорит. А кто предатель-то? Тут уже я прошу, можно я не буду громко говорить? А почему тот, кто внизу, вообще там появился, он внизу должен быть? Где его место? Он баланс. Угу. Один из Должен частей быть. баланса, как и он. Когда он отказался соблюдать баланс, что с ним произошло? Ему лучше стало жить, если ты именно о нем спрашиваешь. А потом, к чему это привело? В его. А потом хуже. Сейчас этому черту лучше стало жить. Если ты отстанешь от него, ему будет лучше, он говорит. Да. Как и от красно-черного. Но я отстал от красно-черного. Ты сам не понимаешь, он говорит. Давай проясним. Беру его за рога, и мы идем прояснять. Что наделал, сам не понимаешь, он говорит. Ну да, да. Выясню. Сейчас его уберу и выясню. У него и таких, как он, как самый главный. Я у него забираю силу от кона нашей вселенной. Ломаю. Поскольку нет красно-черного, вся сила красно-черного уходит от него. Я забираю. Фух. Что с ним происходит? Глаза кровью наливаются не так, как обычно, еще более, даже не крови, а
цвет какой-то меняется. Хватается за голову, что-то у него там изнутри голову разрывает, ну или то, что составляет его голову. Он же из многих-многих состоит, там внутри что-то. Распадается, как пополам. И Да. даже те, которые состоят из многих, они тоже делятся пополам. Да. Квантовые компы, которые давали им силу и расчетные возможности для обсчета, как обойти карму, тоже лопаются. Они Да, обращались они. к Кону, я от имени Кона даю им запрет на обращение к нему. Да, они полопали. Позови Финьков, пусть атакуют. Остатки. Он говорит, что ты в ловушку заманил. Там еще какие-то части от него живы. Еще идет как информация не от всех, но вот знаешь, как затухает, затухает Да. сознание, затухает, но какая-то еще как выходит. Да. Говорит, что ты обманщик, а не он, потому что ты заманил в ловушку. Да. Не все же им. Карма. Я кон вселенной. Кон, основной кон, это баланс и возмездие. Бумеранг. Карма. Все, что делали они, к ним вернулось. Теперь я держу баланс и провожу. Он будет спорить, пусть принимает. Его уже нету, или он уже не подходит. Ну все. Поливалки, финьки. Всех их собрать в эту. В него все, что под ним. Я пирамиду выставил, сейчас пойдет вниз по пирамиде. Судью на остатки. Да, Финьков, хорошо. пантерок. Хорошо. Да, через тебя пошел процесс разламывания. Молотилки. Пусть перемалывают. Доктор, медсестра и на удобрение садовников. Пусть растаскивают. Да, хорошо. Теням покажи, пусть что могут пожрут, что могут. Души там, если есть человеческие, забирают себе. Есть у некоторых, да. И у некоторых много. Да, по сотне в каждом бывает. У некоторых. Да. Механизм создания таких чертей, зверей, смотри. Судья пусть найдет и сломает. Как Ну, он говорит, священники их создают. несколько, да, таких священников тоже есть. Экзорцисты, которые выгоняют и размножают при На том, как самом деле выгоняют. разманяют. Вот их на аннигиляцию тени пусть забирают экзорцистов. Потому что они размножают их. Да, тех, которые размножают, тех забирают. Священники есть, которые размножают. Они создают их и ими чертями загоняют к себе. Потому что только там подвластные им черти не трогают. Человеков, да. Да, как стадо загоняют. Вот таких вот руководителей чертей и священников всех забрать. Да. Судья пусть ломает и убивает просто, мозги стирает. Пантерки, финьки. Финьки хорошо с ними справляются очень. И пантерки теперь могут. Раньше нет, а теперь финьки их Шильдер, и они могут тоже, да, хорошо. Теперь глянь, самые большие такие еще есть где-нибудь? Есть, да, их еще довольно много. Начинают рушиться некоторые пирамиды, но их еще много. Несколько сотен еще осталось точно. Тех, которые из, ну, их множество состоят. И есть те, которые не объединяются в множество, но этих тоже много еще. Это такие более мелкие, они как непригодные для составления чего-то большого.
Это там мелкие бесы, там какие-то духи, там Мелкие какие-то ж. финки потом. Хорошо. Крупных покидай меня. Хорошо. По одному. Лови. У них как третий глаз. Уязвимое место. А там монетка. Да, на лоб нужно. Там С одной стороны пяточки. красная, с другой стороны синяя. Светло-синяя такая, голубая, светящаяся. Весело. Да, они как защиту чувствовали, да? Я забираю эту монетку, ломаю. На монетке теперь только символ мироздания Цельнозора. Отдай финкам эти монетки, пусть играются, стреляют. Фишки по Фишки, символу. да. Пусть выковыривают из лбов чертей. Теперь там только символ Цельнозора. И стреляют. И смотри, как прекрасно входит в чертей. А входит только они лопают от него. Входит-то прекрасно, но они на куски и лопаются. Да, теперь там уже информация о том, что у них нет силы. И иначе гармония, баланс держится. Что они уже не нужны для нового баланса. Вот почему так на символ-то все реагировали, нехорошие люди. Прям бесились. Ну да, бесы на него также реагируют. То, что в этих людях бесы все сидели. Пошла жара. Да, интересные процессы пошли прям. Таскивает. Корабль кренится как-то иначе или выпрямляется. Нет, кренится. Знаешь, как на курс становится, вот Да. немного наклоняется, чтобы развернуться на правильный курс. Не знаю, так ли корабли ходят, но... Ну, как-то так, да. То надоела мне эта битва, затянувшаяся. Думал, финки быстро справятся. Но они справляются, но ты же им поможешь. Уже. Еще штук 50 самых таких мощных осталось больших. Поймай еще одного. Да, вот, что его поймать там, вот он крутится, лови. Говори, видел, что с большими произошло? Ну, он тебя бить пытался. Да, я заметила. Укусить хотел. Нехорошая редиска. Пусть отдаст то, что у него во лбу. Что у него во лбу, спроси. Кусочек Чего? силы Чей? того, который был, которого нет, красно-черного. А если его нет, то сила как осталась? Сила осталась. А чья теперь эта сила? Но того, кто имеет очень сходную. Пусть отдаст. Да. А ты отпустишь? Ну, если без силы, да. А если полсилы? Он торгуется, Илья. Что бывает тем, кто взял и не отдает с ворами? Барыши хорошие бывают. Да, барыши должны быть за пользование силой. Процентов там
Больше 1000 уже накопилось. Он должен вернуть 1000% больше, чем то, что у него есть. Забираю. Слушай, наглая такая. Угу. Цепляется, ну. Верещит. Не, проще сломать. Там реально одна сторона красно-черная. Выркается. Угу. От сломанной одной стороны, оказывается, одну сторону тоже можно сломать. Такой же символ почти, только чуть измененный и звезда там. Да. Не круг, а как месяцы вот такие. Угу. Елочка, непонятно. Но принцип тот же, чередование полукружности, только красно-черное. Да. Если у меня вертикально, то там как-то горизонтально. В принципе, да, я даже знаю, как. Вот они. Полукружность. Могу нарисовать. Не хочу. Это противоположность будет. Не надо даже реанимировать его. Его Да, символ. и живо, не нужно. Угу. Есть мандала, похоже. Чуть-чуть модифицировать и цвета изменить. Все. Не надо. Сколько там еще осталось таких? Еще много. С ними не так быстро. Угу. Не хотел, но, наверное, придется вручную. Ладно, достаточно под запись. Всем пока.